следующая песня тоже вот, сделана с ребятами совсем недавно, но она мне безумно нравится. И ребятам она тоже очень сильно нравится, потому что я помню, как они взяли как бы себя так это, в руки и впервые выучили именно такую сложную традиционную песню. А мне было именно с точки зрения так это, руководительско-преподавательской классно внести свою лепту, это тоже с ребятами выучить. И эта песня сложная почему? Потому что она жнивная, она обрядовая. И жатва — это такой обряд женский, чисто женский, поэтому традиция это в основном женская, сложная. Это когда вот женщины выходят на покос, это уже вот как раз-таки осенний весь период, и у женщин была вообще там очень сложная задача с этим совсем еще как-то морально справиться, и поэтому они всегда сопровождали свою тяжелую вот эту жнивную работу песнями. И вот одна из них, тоже, кстати, Псковской области, у Связского района, моя любимая исполнительница Ольги Федосеевны Сергеевой, потому что я сама корнями из Пскова, вот, поэтому часто исполняю ее музыку. Поехали. Oh.